На сегодняшний день эта конференция – крупнейшая платформа для развития диалога между Россией и Германией. И не допускать новых международных конфликтов – это в том числе задача молодых лидеров, убеждены участники конференции. Важно молодым поколениям и помнить подвиги предков, подчеркнул герцог Кристоф Ольденбургский. Поэтому в первую очередь они решили почтить память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Делегация возложила цветы и венки к вечному огню. Германию и Россию связывают особые тесные отношения. И наше совместное прошлое, и этот монумент, возле которого мы стоим, это напоминание об одних из этих событий. В этом году российско-германская конференция проходит под патронажем губернатора Краснодарского края. Активное участие в мероприятии примут члены Союза молодежи Кубани. Самое главное – это отстаивание молодежной точки зрения, несмотря на глобальную политическую повестку. Недавний фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи, он показал, что молодежь не политики. Мы прежде всего хотим дружить, общаться между собой, обмениваться опытом, обмениваться лучшими практиками в той или иной области. Ну и уже в дальнейшем выстраивать дипломатические и деловые отношения и контакты. В программе конференции знакомство с историей и культурой региона. Молодые лидеры Германии ближе познакомятся с Сочи, с возможностями развития территории для дальнейших совместных проектов. По словам организаторов, это также станет значительным шагом в укреплении российско-германских отношений. Сам герцог Ольденбургский на курорте госчасты и возможность побывать в Сочи считает большим везением. Мне очень повезло, потому что за последние 2-3 года я очень часто бывал в Сочи, регулярно посещаю этот город, и впечатления всегда прекрасные. Меня восхищает это уникальное сочетание природы, это тропический климат, с одной стороны море и горы, и я очень рад, что сейчас я вижу так много немецких гостей здесь, молодых лидеров, в этом прекрасном месте. С 2009 года российско-германская конференция молодых лидеров проходит ежегодно, и ее главная миссия – выстраивание открытого диалога между молодежью двух стран с целью сотрудничества, мира и стабильности.